свои желания создать для людей атмосферный фестиваль, семейный фестиваль, потому что у них самих трое детей, и это только родные дети, а есть еще целая семья, и эта семья здесь. Те, кто дарит вам огромное количество сюрпризов, это, конечно же, замечательные их проекты, как «Вкус жизни», «Бон аппетит», «Кафе для друзей 4319», «Гоу спорт фитнес», «Женский фитнес клуб», «Танцевальный лагерь Dancing Village». Кейтинг «Вкусно и аппетитно», который открывал этот мост, друзья, и кормил всю команду правительства. Летние проекты «Еда-вода». Сколько еще проектов будет у них, не знаю. Но называют они одно, создавая точки притяжения, где атмосферно, уютно и вам нравится. Замечательные гости, которые сегодня здесь, ну, я скажу так, как жители Симферополя, которые также видят огромное количество фестивалей, и видят уже, как здесь растет и крепнет семья. И действительно для вас атмосферная такая команда собирается, которая делает все возможное, чтобы было все уютно, четко, красиво и необыкновенно. И вот третий фестиваль, друзья, подходит к небольшому завершению. Но знай одно, они переживают, они делают все возможное, чтобы все получилось. И, возможно, совпало такой праздник, как День города, и мы также здесь. И я хочу действительно от имени этих организаторов, а точнее для них сегодня, чтобы мы аплодисментами искупали всех тех, кто трудится во славу вас. Уже третий сезон. И надеюсь, вам нравится. Надеюсь, вы приезжаете, это видно. Вы делитесь и рассказываете о том, что здесь происходит. Семейный пикник «Эклектика». Когда-то они участвовали на фестивале, а сегодня уже третий сезон делают для вас. И с каждым разом это будет все лучше и лучше. И если вам нравится, если вы довольны, вы напишите это в социальных сетях. А лучше просто аплодисментами подарите всех, кто сегодня ходит эти два дня в таких оранжевых футболках. Ребята, прошу им. А также те, кто слышит вас вот с этого домика, кто сегодня здесь. И, как они сказали, в следующий раз в мае мы уже ждем всех вас. Так пусть эти фестивали множатся, продолжаются, и новые точки притяжения обязательно создаются. Они не идут депутаты, им нужна поддержка, они простые люди. А хотя могло быть все по-другому. Они классные, веселые, это мои друзья, это ваши друзья, потому что они делают это для вас, для тех, кто работает, кто приходит к ним, для тех, кто желает насладиться этой атмосферой заката, этим прекрасным видом, выходящим теплом. 15 сентября 2019 года. Кто-то участвует, кто-то пляшет, кто-то танцует. Но мы время для счастья сейчас. Место для счастья здесь. Ловите моменты, ловите эту ситуацию и наслаждайтесь. Рассказывайте и приезжайте. Пусть это недалеко от Керчи, но это Героевка. Место притяжения для всех, для каждого. Здесь огромное количество спонсоров. И я еще хочу, чтобы мы, друзья, если можно, аплодисменты поддержали и наших спонсоров, которые дошли, возможно, желание. Прошу ваши аплодисменты, друзья, позвольте попросить для них, для всех, кто сегодня был с нами. И, конечно, они все здесь. Мы видим, это крымская рыба и морепродукты, это мандарин, это действительно шоп Free Beauty, это Ляля Арт и многие другие, без которых просто бы не состоялось это событие. А мне хочется сказать одно, что сейчас, сегодня и последние часы этого фестиваля самое время поднапрячься и быть с нами. Потому что сейчас здесь мы праздновали день рождения нашего шеф-повара, друзья. И, конечно, еще раз хочу, чтобы вы напомнили аплодисментами ему. Прошу, Сережа, поддержите. Действительно, бренд-шеф – это очень важно. И в каждом городе, в каждом ресторане дорожат такими шеф-поварами, потому что это лицо команды. Он готовит просто гениально. Так держать. Это, конечно, замечательный кальян, который разносится здесь. Это, конечно, музыка, это наши кавер-группы. Это команда, которая состоит музыкальное сопровождение, работает с музыкантами, это наши герои, браво. Это каждый из вас. И если бы не было вас, не было бы этого фестиваля. Семейный фестиваль 2019 состоялся благодаря вам. Ну что ж, я думаю, что сегодня следующая команда, группа,
Brainwash, которые вчера закрывались, сегодня будут радовать вас. Готовят новое поступление, новый, как говорится, сюрприз для вас. Хорошие песни. Поэтому мы скажем вам огромное спасибо.